Всем привет! Давно я не распаковывал посылки, вот, и ко мне пришла очередная посылка, но как бы я в принципе не планировал ничего снимать, то есть здесь ничего важного. Обычная такая маска, скажем так, 3M-овская, сделанная в Китае, купленная в Китае, не факт, что оригинал. Но увидев вот состояние этой посылки, конечно, я был сильно удивлен, через что она прошла. Ну, шла посылка около 2 месяцев, вот. Но состояние посылки, конечно, меня вообще убило. Блин, я решил посмотреть, снять. С одной стороны, посмотрим вообще внутри все на месте или нет, как все выглядит. В принципе, здесь ничего бьющегося, но все равно. На посылке на коробке четко указаны значки. Стрелки не знаю, что такое. Не мочить, хрупкое. И руки, скорее всего, это бережно относиться к посылке. Я не знаю, наша или китайская почта, но, скорее всего, это наша почта. Так четко доставила ее до меня. Выглядит, конечно, все бомбово. Вот, это, наверное, задняя часть, это перед. Ну, спереди все четко упаковано, могли бы сзади так упаковать. Вот, внутри уже, в принципе, видно что-то, как там. Уже немножко торчит продукция. Может быть, что-то и достали изнутри, я не знаю. Но прикольно посмотреть. Я не получал таких посылок, сильно изувеченных. И решил поснимать. Так. Здесь как будто бы кто-то ее щупал или что она здесь делает. Вроде здесь все упаковано. Или это отдельный презент. Это фильтры, не путать ни с чем другим. А здесь у нас маска 3M-овская. Модель 3200. Вот, в России таких нет, в официальных каталогах российских я ее также не нашел. Есть модель, но вот такого фильтра в комплекте нету. Вот, мне кажется, очень удобная, плюс сменных кассет 20 штук. И, на мой взгляд, такая удобная, практичный фильтр будет. А то эти одноразовые, они постоянно пропускают, дуют в очки. Вот, а здесь у нас вот такой вот, на первый взгляд, сделанный неплохо фильтр. Мне кажется, такое ощущение, что это, наверное, должно было быть внутри, и оно выпало. Вот. И посмотрим. Вот эта маска, как бы она сама уже внутри. Вот эта маска официально уже продается и в России. Посмотрим, оригинал ли это или что-то неоригинальное. Ну, похоже на оригинал. На одном шнурке, хотя нет, уже на двух. Я думал, что она будет как бы с одним шнурком снимать и одевать ее будет проще, но здесь все равно 2 шнурка. Это уже у нас не силикон, обычная резина. Вот. Не знаю, видно, не видно. Внутри всякие надписи, которые часто встречаются на оригинальных, на подделках их обычно не делают. Сейчас посмотрим, как здесь что одевается. Это, как я понял, именно вот такая вот насадка, она для китайцев сделана фирмой 3M, потому что фирма 3M, она для каждой страны, скажем так, изготавливает специальные, индивидуально для этой страны подходящие или пользующиеся спросом в той или иной стране, фильтры, насадки, то есть специфика региона учитывается фирмой. Вот. Ну вот можно видеть, что здесь повреждение. Вот так вот. Но это мы предъявим продавцам. Поломано. Это нехорошо, она должна откидываться, как бы открываться. И из-за этого, видимо, валялся. То есть раздавили маску. Уже есть косячок, так что видос снят не зря. Вот она. Здесь целая у нас выглядит вот так вот. А здесь у нас поломано. Но нет ничего хорошего в этом деле. Надеялся, что придет все целое, но пришло не совсем целое. И не знаю, как. Вот здесь тоже ножка отломана получается. Видите, здесь есть. Вот, все-таки посылка прошла через огонь и воду, можно сказать. Короче, вот так вот. Здесь она уже у нас получается, что гуляет.
Вот такая вот маска. Ох, как защелкивается жестко. Вот такая вот маска. Вот она, модель маски. Сидит на лице тоже так нормально, плотно все. Ну, вот такой вот унбоксинг. Вот такая вот посылка. Ну, спасибо за просмотр. Надеюсь, ваши посылки будут приходить не в таком состоянии. Вот, надеюсь, и я не буду получать больше таких битых посылок. Всем удачи, всем пока.